Телекомпания АТВ, радио МСМ и авиаперевозчик Red Wings разыгрывают билеты туда-обратно в Томск и Екатеринбург. Напомню, новая авиакомпания заходит в Бурятию уже с апреля. И впервые за долгое время жители республики смогут быстро и комфортно добраться до Урала. Авиакомпания Red Wings с телеканалом АТВ проводит конкурс. Я думаю, что вы уже еще много услышите и по радио МСМ, и на телеканале о розыгрыше. Поэтому следите внимательно за каналом АТВ и радио МСМ. Розыгрыши будут проходить в наших инстаграм-аккаунтах. Сейчас будет много цифр, так что запоминайте. С 1 по 10 апреля в инстаграме АТВ мы разыграем 2 билета туда-обратно в Екатеринбург. А с 10 по 18 апреля уже в инстаграме МСМ мы разыграем 2 билета туда-обратно до Томска. Так что подписывайтесь на нас в соцсетях и не упустите эту возможность.